С самого утра в поселке Волгарь сотрудники управляющей компании «Жилэнерго» на боевом посту. Убираются здесь на совесть. Кроме рабочих рук, рабочие колеса и ковши. Спецтехника всегда наготове. Снег швыряем, чтобы быстрее таял, так сказать, это самое большое. Уборка, вылезшая из-под снега вот этого вот, ну, с того мусора, который снег покрыл. И это как бы самое сейчас, потому что еще налить не совсем удобно. Самая вот эта вот как бы сложность. В остальном, там, где уже высохло, ну, уже более проще. Они подметают, убирают, трактор подъезжает, все вывозим вовремя, хорошо. Управляющая компания в поселке обслуживает 10 многоквартирных домов. Это более 60 тысяч квадратных метров территории. Всего в Куйбышевском районе за благосостояние дворов отвечают 5 организаций, в обслуживании которых находится более 700 домов. Каждое утро у сотрудников местной администрации начинается с проверки порядка на закрепленных участках. Говорят, возникающие проблемы оперативно решаются на месте. И хоть сами трудятся, не покладая рук, на жильцов возлагают особые надежды. Месячник по благоустройству запланированы, массовые выходы и на Гагаринский субботник, и на Общегородской 18 апреля. Как раз сейчас ведется такая вот активная агитация жителей, чтобы они приняли участие в субботнике, потому что управляющие организации подготовились, весь инвентарь закупили на всех желающих и перчатками, мешками всех обеспечим. Оксана Кочеганова переехала в поселок Волгарь около 2 лет назад. Свой район считает самым чистым в городе. Говорит, никогда не видела, чтобы на улице валялись бутылки и упаковки. В апреле планирует вместе с соседями приобщиться к благоустройству Самары. Чистота района зависит также от самих проживающих здесь. По мере возможности хотелось бы, чтобы многие вышли. Все это в любом случае уж. У кого-то дети там. Хотя, если так же можно, детишки. Кого побольше, чтобы тоже вышли. Одновременно с большой генеральной уборкой в Волгаре пройдут народные гуляния. Местная администрация обещает, после наведения чистоты участников субботника ждет большое чаепитие с пирогами под музыку. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».